Как увлажнять почву во время засухи и снизить расход топлива и времени для сельскохозяйственных работ? Эти вопросы стали главными на семинаре для фермеров. Эксперты говорят, что применение новых технологий обработки и сохранения почвы помогут аграриям добиться хорошей урожайности. Правда, для этого нужна и современная техника. Консервирование почвы, сохранять ее, такой, какая она есть. И, конечно, мы не можем обрабатывать почву для ее консервирования старой техникой. Нужно новое, современное оборудование. Флорежский фермер Николай Лучинский несколько лет назад принял решение использовать новые сельхозтехнологии и не жалеет об этом. Мы практикуем 2 года, и была моя инициатива взять современную сеялку и разрыхлитель, чтобы иметь хороший результат. По словам координатора международного проекта по внедрению новых технологий фермерам, будут предоставлены определенные скидки. Государство выступило в поддержку аграриев и покроет затраты на покупку необходимого оборудования до 25%.